Так, кто из вас санврач? Я. Рад знакомству. Вроде вы подписали постановление о всеобщей вакцинации. Да, подписал. Тогда вопрос. Эта вакцинация добровольная, ну или же обязательная? Ну так что там? Вакцинация обязательная? Обязательная. Ну тогда ответьте мне. Кто несет ответственность за побочные эффекты вакцины, вы? Нет, ответственность мы не несем. Ах, не вы? Тогда, наверное, производители или медики? Простите, но ни производитель, ни медики не несут ответственности. Ведь каждый человек дает письменное согласие на вакцину. Вы понимаете это? Ой, ты сказал письменное соглашение. Ну, тогда это означает, что это добровольно. Так скажи мне, вакцинация добровольная или же нет? Вроде нет. А ты, сука, сказала обязательная. Кто? Я? Нет, блядь, ёбаный Гиппократ, конечно же ты. Я? Когда? Вчера, ёбаный ты склероз, ты же санврач. Да. И ты принял постановление. Да. Так я спрашиваю, вакцинация обязательная или же нет? Добровольная. Точно? Точно. Это вакцина от бессмертия? Что? Эта вакцина сделает меня бессмертным? Нет. Ну так нахрена ее пихайте нам? Не пихаю. Нет, пихайте. Вы нас принуждаете, ясно? Решая нас работы, досуга, ограничивая свободу, как будто мы какие-то зэки. Ты читал Конституцию? Немного. Там есть одна статья неплохая. Вроде будет кстати. Итак, слушай внимательно, окей? Высшими ценностями государства является человек, его жизнь, право и свобода. И никто не имеет права ограничивать их своим сраным постановлением. И если найдется такой мудак, то мы ограничим ему жизнь револьвером 9-го калибра. И от лица всех граждан республики, заебанных этим масочным режимом, из дозволения Господа самого, я поставлю кровавую точку на этом лживом, сука, карантине методом Квентина Тарантино!